душе полуночный сплит. Устало поет до диез миноре. Нечем платить за кредит доверия святым небесам. В минувшие выходные спортивный стадион в третьем микрорайоне города Бузулука стал площадкой для проведения спартакиады дочерних обществ компании «Роснефть» Оренбургского региона. После торжественного открытия пять команд боролись за право стать лучшими. Состязания проходили по нескольким видам спорта – волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, плавание и перетягивание каната. Приурочены соревнования к 80-летию добычи первой оренбургской нефти. Здесь наши РИЦы, РИЦ-1, РИЦ-2, РИЦ-3 – это наши региональные инженерно-технологические службы, спортсмены этих подразделений, плюс представлены РН-сервис, это наше ТКРСное сервисное предприятие, и буровики, тоже наше корпоративное предприятие по бурению. Соревнования проводились в преддверии финального этапа спартакиады «Роснефть». Спортсмены в очередной раз доказали, что находятся в отличной физической форме и готовы к новым состязаниям. ГАЗ неоднократно становился чемпионом, призером различных соревнований, то есть по легкой атлетике и по перетягиванию каната, как мы много лет становились призерами, то есть занимали призовые места. И общекомандные тоже, то есть первое место еще не удалось, но вторые, третьи места как периодически уже на протяжении нескольких лет занимаем. Я очень давно занимаюсь спортом, раньше профессионально занималась плаванием, а затем любительски. Но сейчас в силу большого объема работы и загруженности, конечно, реже получается заниматься спортом. Но я с удовольствием участвую в таких мероприятиях организованных. По итогам соревнований третьего места была удостоена команда районной инженерно-технологической службы города Бугуруслана. Второе завоевали спортсмены из Сорочинска, ну а пальма первенства досталась сборной города Бузулука. Иван Бер, Максим Максимлюк, «Наше время».